Здравствуйте, это программа «Топ кадр». Меня зовут Ингрид, с нами рядом Сергей Харитонов, чемпион мира по кикбоксингу, да? Кикбоксингу, да, правильно. Чемпион мира по рукопашному бою, универсальному бою. Действующий спортсмен, выступаю по кикбоксингу и ММА одновременно. Сергей, что вас привело вот сюда, вот такие несчастные глаза этих собак? Вот как вы решили поучаствовать сегодня? Ну, я считаю, что вообще все вот такие социальные мероприятия, это немаловажные, скажем так, они немаловажны для общества. И приятно, что собираются вот такие вот массы людей, которым, скажем так, не безразлична судьба животных. Вообще сейчас в России тенденция, что и кроме там животных, многие думают о детях-инвалидах. Вообще люди начинают вникать в проблемы. Это приятно. И самое главное, что действительно люди помогают, отзываются. И мы становимся этим сплоченнее, скажем так, сильнее, и Россия процветает. Сергей, это правда, Россия процветает благодаря таким людям, как вы. А вы, я так понимаю, дружите со Златой Божьим, да, она вас пригласила? Да, да, тоже очень дружим, все всегда ходим друг к другу на мероприятия, я приглашаю многих. Я всегда на свои значимые бои, мероприятия. А нас пригласите? Обязательно, обязательно приглашу, да. Я думаю, что в мае у меня будет громкий бой здесь, в Москве. Возможно, этот бой будет на Красной площади и будет громкое событие. Так что пока еще, скажем так, детали обсуждают менеджеры. Так что с кем? Ждем. С кем? Секрет раскройте. Пока это секрет на самом деле, но это будет громкий бой и будет большое шоу на Красной площади. Это будет уникальное событие. Как только, скажем так, уточнятся все детали, сразу же об этом будет много информации в интернете. Так что всех приглашаю на свой бой. Это будет значимое событие и для меня, и для России в целом. Сергей, спасибо большое за приглашение. И напоследок поздравьте с наступающим 23 февраля всех мужчин. Я думаю, такой яркий представитель мужского пола, сильный. Сам являюсь человеком, который является офицером воздушно-десантных войск. Так что для меня этот праздник имеет, скажем так, большую роль в моей жизни. Всех поздравляю мужчин, спортсменов и вообще россиян с этим замечательным праздником 23 февраля, Днем защитника Отечества. Счастья, здоровья, тренируйтесь, занимайтесь, будьте здоровы. Спасибо большое. Да. Спасибо большое, Сергей Харитон, программа «Топ кадр». Это был Ингрид. Спасибо вам.